Всем здравствуйте, друзья, и представляете, в Angry Birds 2 наконец-то вышло обновление и добавили клановые войны. И для начала вам нужно, понятное дело, выбрать 5 птиц и идти в бой. По идее, все то же самое, но теперь вам надо выбирать еще 5 птиц. Я считаю, это обновление такое прикольное, интересное, и можно выбирать всякие комбинации, но... Понятное дело, все будут выбирать самых мощных, да, и смысл... Не, понимаю, уже отдельный режим добавить, типа... Типа, сегодня вы играете в обычные клановые войны, а завтра играть такую новую модификацию. Ну и... Ну, круто хоть чем-то игру занимается. Потому что, ну, игра, по идее, не умерла. Но, по идее, умерла. Потому что, ну, ей одними шляпками, как бы... Ну, смысл, добавьте, не знаю, новых свиней. Вот в Angry Birds Reloaded... Вот появились же эти свиньи, почему бы их сюда не добавить? Там ничего заморачиваться не надо. Просто Матильда и Синий Троица стырили способности, и все там. Та же физика... Тот же код, поэтому всем пока.